Комичное явление в команде Саакашвили. Так Боровика назвал Алексей Гончаренко на программе «Шустер Лайв» в ответ на обвинения украинского и одесского политикума во всех проблемах страны. Подробности смотрите в следующем материале. Перепалка одесских политиков в вечернем шоу «Шустер Лайв». Саша Боровик обвинил народного депутата Украины Алексея Гончаренко в захвате власти. Одессу 20 лет назад, по сути, захватил криминальный синдикат, которым руководят несколько людей, при помощи людей, которые здесь присутствуют, в том числе. Они поставили, сначала они захватили, в том числе при помощи убийства, они захватили экономическую власть в городе. Заместитель председателя фракции блока Петра Порошенко в Верховной Раде Украины Алексей Гончаренко подтвердил, что в юношеском возрасте, конечно же, принимал участие в политических разборках. Ну, 20 лет назад мне было 15 лет, я, конечно же, захватывал Одессу криминальным кланом. Так все это и было. Саша, а на что способны вы? Ну вот я смотрел на вас больше года, или год практически, в Одесской области. На что способны вы? А мы сейчас в оппозиции. За депутатскую карьеру Саши Боровика в Одесском городском совете он выступал только в качестве провокатора, говорит Алексей Гончаренко. Саша – это явление такое, даже несколько комичное. То есть вот он при Саакашвили, то есть он в тени Саакашвили может так как бы говорить, что он Боровик. На самом деле он бледная поганка. Это Михаил Саакашвили, который является фигурой. Его действия интересны. С ними можно спорить, они могут нравиться или не нравиться. Но это действие действительно политической фигуры. К сожалению, одна из проблем Михаила, что в свою команду он набрал таких людей, как Саша. За полгода Саша Боровик был на сессии Одесского городского совета всего один раз. Но это не мешает депутату утверждать, что ему не дают работать. Ксения Терзи, Думское ТВ.